Всем привет, ребята! Сегодня обещал, приехал Renault Megane 4. Хочу вам сказать, отличный автомобиль. По качеству, конечно, можно сказать, автомобиль на пятерку. Сейчас обойду. Два ключа. В автомобиле очень комфортно. Подошли к автомобилю, он открылся, не надо ничего придумывать, отошли, закрылся. Вот. Автомобиль растаможен, возможно, постановка на учет на любую область, на любой регион. Вот такой вот автомобиль, видите, подошел, открылись зеркала. Пробег автомобиля 165 тысяч. Сейчас все покажем. Последний сервис. Откроем, послушаем мотор. Состояние автомобиля. Состояние идеальное. Уже включился приборный щиток. 165 тысяч. Очень красивый цветной дисплей, возможность менять цвета, настраивать под себя. Из дополнительных характеристик — круиз. Состояние: сзаду никто не ездил, все чистенько, аккуратненько. Вот дополнительная безопасность. Шикарно смотрится. Хорошая шумоизоляция автомобиля. Можно сказать, идеальная. Двигателя не слышно. По багажному отсеку все чисто, аккуратно. Запасное колесо еще ни разу не использовалось. Вот такой вот караванчик. Остановлюсь на ВИН-коде. Не затертый, не потертый. Климат-контроль. Круиз-контроль. Вот. Цветной дисплей, старт-стоп, мультируль. Сейчас заведем, послушаем. Автомобиль на хроме. Номер телефона мой, звоните по номеру. Кнопочка старт-стоп. Работает как часики. Меню. Много разных. Помощь при парковке. Очень много всяких датчик. По полосам. Датчик давления в шинах. Вот сразу мороз включаешь. Буквально минуту уже лобовое отпотело. Очень комфортно. Старт-стоп. Сейчас откроем капот. Бесключевой доступ. Очень комфортно. Вот состояние. Последний сервис был. Но не во всех автомобилях можно открывать крышку. У Peugeot, например, нельзя даже щуп вытягивать.
все чисто, сухо. Вот такой вот автомобиль сегодня, цена 12 400. Звоните, пишите. Всем пока, ребята. Дополнительную информацию можете получить по номеру телефона. Вот он такой вот. Удобное сиденье с поддержкой. Сервисная книга есть. Всем пока, ребята. И до новых встреч!